Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Картина «Венера и Марс» Сандро Боттичелли. Мифологические персонажи до сих пор остаются популярными героями в произведениях искусства. В эпоху Ренессанса античные боги, богини часто становились героем художественных произведений. Художников вдохновляла их красота и изысканная обстановка, в которой они обитали. Произведения с изображением античных персонажей часто имели символическое значение. К примеру, на представленной картине изображена грациозно сидящая Венера и спящий Марс. Пока Марс, грозный бог, пребывает во власти богини любви Венеры, на Земле будет царить мир. Даже озорные сатиры не могут разбудить его. Они играют его копьем, шлемом и доспехами, трубят в ракушку, но Марс крепко спит и не слышит даже жужжания ос, кружащих у его головы. Осы появились на картине не случайно, они были изображены на гербе семьи Веспуччи. Принято считать, что эта картина Боттичелли написал по заказу Веспуччи в 1489 году. Нестандартные размеры произведения свидетельствуют о том, что оно было предназначено для определенного места. Возможно, картина висела над дверью, камином или, что более вероятно, украшала спальню. Ну вот такое описание мне удалось найти в интернете о картине Сандро Боттичелли «Венера и Марс». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Красивые картины посмотрели, пока-пока.